друзья, наступил новый день, и мы отправляемся в очередное путешествие. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх, комментируйте, не забывайте заходить в нашу группу в Фейсбуке, там мы делаем прямые эфиры, и в описании к моим видео есть все ссылки на бронирование отелей, билетов и туров со скидками, ну и, конечно же, на сайт нашей компании. Заходите, будем рады с вами сотрудничать. Дорогие друзья, мы уже в деревне, здесь уже несколько дней. Приехали из Алании. Я очень сильно заболела, и 3 дня у меня была температура 40, потому что я в Алании простыла под кондиционерами. И в этих выпусках из деревни вас ждет очень много нового и интересного, потому что сейчас в Афьоне сезон вишни, ее собирают, и вот как раз за мной вы видите вишневые деревья, сейчас мы пойдем туда. Ну, а чуть позже я вам покажу поля подсолнухов, бесконечные красивейшие поля подсолнухов. В общем, сейчас идем собирать вишню, а потом будем любоваться подсолнухом. Обязательно напишите в комментариях, любите ли вы вишню или нет. Я вишню обожаю, для меня это самая вкусная ягода, которая может быть на свете. Я люблю ее свежую в компоте, в варенье, в общем, в любом виде. Вишня для меня это самое вкусное, что есть на свете, поэтому идем собирать свежую вишню. Вишневые деревья в Афьоне находятся абсолютно повсюду. И самая качественная, вкусная, крупная, сочная вишня в Турции растет именно в Афьоне. И сейчас как раз наступило время сбора вишни. Здесь достаточно старые уже деревья, высокие. Посмотрите, все усыпаны сочной, красивой вишней. Прям вот хочется взять, вот так вот сорвать с дерева и съесть. Красота невероятная. Сейчас мы узнаем, сколько лет этим деревьям. Ну, я думаю, что это достаточно старый дерево. Кстати, напишите в комментариях, как вы думаете, сколько лет вот этим вот вишневым деревьям. И вот местные жители, которым и принадлежат вот эти вот вишневые деревья, собирают здесь вишню. Сейчас также узнаем, куда они эту всю вишню отправляют и что с ней делают. Посмотрите, огромные сады и деревья. Именно на этом поле 120 деревьев. И, друзья, те, кто написал в комментариях и кто подумал, что этим деревьям, так же, как и я, 20 лет, так вот, этим деревьям 20-25 лет. На этих деревьях уже вишню собрали, и каждое такое дерево дает около 50-70 килограмм вишни. Плодоносить вишня начинает с 2 лет, но двухлетнее дерево дает очень мало килограмм, ну, 2-3 килограмма. И потом уже 5-летние деревья плодоносят чуть больше. В общем, чем старше дерево, тем больше килограмм оно с него, тем больше килограмм вишни с него можно получить. И всю вот эту вот вишню отправляют на местную фабрику по производству сока. Вот так вот вишню собирают. Расстилают вот такие вот брезенты. И постепенно собирают. Конечно же, пользуются лестницами. А при сборе та вишня, которая опадает, она опадает не на землю, а на брезент, и ее тоже потом собирают и пакуют. Вот так вот и происходит сбор вишни как раз в конце, в самом, в
в самом конце июля. Посмотрите, какая сочная, потрясающая вишня. Это просто невероятно. Обалдеть. Видите, пакуют вот в такие вот пластиковые ящики. Вот такой пакет сверху надевают. И уже насыпают вишни. Ящик тяжелый. И уже под каждым деревом стоят вот такие ящики, с которых как раз вишня и была собрана. В саду, как я уже сказала, в этом саду 120 деревьев. Посмотрите, бесконечные сады. Здесь старые деревья, ну, очень взрослые деревья, 20-25 лет им. И видите, между ними, ну да, метров 5 расстояние есть. Поэтому здесь растут свободно и дают много килограмм каждое дерево. Вот такой вот бы ящичек нам. Сейчас попросим, чтобы нам тоже продали такой ящичек. Его заморозить. И это будет красота. Так, сейчас пойдем к местным женщинам. И узнаем, чем они занимаются. Вот местные мастерицы, которые собирают эту вишню. Для того, чтобы собирать вишню, вот такие вот интересные треугольные лестницы у них. И один человек лезет наверх и собирает вот в такой вот пакет сначала, который висит на пояснице. И потом из этого пакета вишню высыпают в пластиковые ящики. Вишни очень много в этом году, прям очень много. Вот так вот, друзья, выглядят вишневые сады во Фьоне. Многие из вас просили меня показать, поэтому теперь вы знаете, как устроено выращивание вишни и сбор вишни. И чуть позже, сейчас очень жарко, и поскольку я еще и болею, нужно пойти отдохнуть. И через пару часов нам разрешили собрать несколько килограмм вишни самим. Вот с деревьев, которые я вам показывала в самом начале. А вот так вот козлики отдыхают в тени, потому что очень-очень-очень жарко. Мерхаба, аркадашлар. Ой, не бойся. Друзья, покажу вам, что у нас тут происходит на огороде сейчас в конце июля. Как вы помните, вот этот вот виноград в мае месяце у нас весь померз, потому что были заморозки. Да, в мае были заморозки. И именно из-за того, что в мае были заморозки, сейчас на огороде нет абсолютно ничего, ничего еще не поспело, не созрело. Здесь у нас в прошлых видео, вы видели, было очень много капусты, так называемого салата. И здесь мы посадили перец, помидоры, кабачки. Есть даже дыни, арбузы, пару штук. Капуста, вишневое дерево.
и очень-очень красивые голубые ели. Конечно же, есть картофель. Друзья, в прошлый раз возник очень большой спор в комментариях по поводу вот этих вот оранжевых цветов. Так вот, я сказала, что это декоративный перец, поскольку это дословный перевод с турецкого языка, а вы писали, что это календула. И сейчас, смотря на вот эти цветы, я понимаю, что это, конечно же, календула, да, но по-турецки почему-то календулу называют декоративным перцем. Не дает никакие плоды, конечно же, плоды перца, но называют почему-то декоративным перцем. В общем, календула растет здесь у нас тоже в саду. Вишневое дерево немного оклемалось, но плодов на нем нет. И здесь у нас очень красивые розовые цветы. Напишите в комментариях, что это за культура. Я не знаю, это какая-то бахчевая, может быть, тоже фасоль, не знаю что. Ну, в общем, вот такая вот такие вот красивые цветы. Посмотрите, их там очень-очень много. А вот это вот фасоль, самая обыкновенная фасоль. Видите, какая огромная она вымахала. Здесь лук. И сейчас покажу вам наши прекрасные ели. Ели тоже были посажены, когда был построен этот дом. Очень красивые ели. Я не была в деревне зимой еще ни разу, но представляю, как, поскольку здесь выпадает очень много снега, представьте, как выглядят эти ели снежней зимой. Голубые красивейшие ели. И здесь их две штуки. Вот такие вот красивые-красивые ели. В общем, вот так вот выглядит наш огород сейчас, поскольку, как я уже сказала, были заморозки. Все померзло в мае месяце, пришлось сажать заново. И, к сожалению, в этом году никаких плодов с огорода мы еще не ели. Хотя в прошлом году в это время мы не знали, куда девать помидоры, картофель, было очень-очень огурцы, было очень-очень много всего. Если у вас есть свой огород, обязательно напишите в комментариях, что вы там выращиваете и как в этом году у вас с урожаем. Поскольку за этим огородом нет времени ухаживать, то, конечно же, еще и из-за отсутствия полива тоже все эти культуры, конечно же, страдают. В общем, пишите в комментариях, как обстоят дела у вас с вашим огородом. И, конечно же, если вы знаете, напишите, пожалуйста, что вот это вот за культура. Такой яркий, насыщенный цвет фуксии у этих цветов. Напишите, пожалуйста, что из этого, какой овощ вырастет из этих красивых цветов. Солнце уже заходит. Сейчас около 7 часов вечера, и мы пришли собирать вишню. Хозяева этой плантации разрешили нам собрать самим. Мы заплатили за определенное количество килограмм, и они сказали, что можете самостоятельно собрать всю вишню. Мы соберем, сделаем компот и немножко заморозим. Вот такая вот здесь шикарная вишня. И посмотрите, какая огромная-огромная плантация. Заходящее солнце, Фригийская долина, вишневые сады. Самый центр истории, друзья. Это просто невероятные места, где обязательно нужно побывать всем.
Ну и, конечно же, дорогие друзья, я вам обещала показать подсолнухи. И сейчас во Фьоне как раз наступило время цветения подсолнухов. На самом деле здесь все очень интересно. В июне цветут маки, и здесь все белое-белое. Потом начинается сбор пшеницы, потом черешня, вишня, и сейчас время подсолнухов. А в сентябре начнут собирать картофель. Подсолнухи здесь сейчас абсолютно везде, весь Афьон ярко-ярко-желтый. И вот такие вот бесконечные поля подсолнухов тянутся на многие-многие километры, вот прям до горизонта, с той стороны, с этой. В общем, огромное количество подсолнухов. Вот как раз идет техника, которая собирала пшеницу. Как вы видите, бесконечные поля пшеницы, они все уже убраны и собраны. А подсолнухи, вот такие вот здесь красивые подсолнухи. Здесь, кстати, очень много пчел. Я пройду все-таки вовнутрь, чтобы показать вам цветы, потому что они всегда поворачиваются к солнцу. Где солнце, туда и смотрят подсолнухи. Сейчас они смотрят в ту сторону. И, как вы видите, они уже очень-очень-очень быстро отцветают. Есть маленькие, большие, но крупные цветы уже, конечно же, отцветают. И скоро их будут собирать. Посмотрите, вот они, пчелы, друзья. Это уникальный момент. Посмотрите, пчела. Так, я очень боюсь пчел, поэтому я не буду испытывать судьбу. Покажу вам цветы. Везде на цветах сидят пчелы. Посмотрите, это что-то невероятное. Вы не представляете, как мне страшно, но я это делаю ради вас. Посмотрите, просто потрясающе. А вот подсолнух, который уже готов. Поэтому, друзья, Афьон – это просто уникальное место. После того, как соберут картофель, здесь все покроется белым снегом. И до следующей весны будет все белоснежное. А весной опять начнет все цвести. Поэтому вот такие вот здесь уникальные места. А сейчас, дорогие друзья, мы приехали в городок Ихсане, и здесь сегодня рынок. И в следующем видео вы увидите, отличаются ли цены в провинции Турции от цен на рынке Алании. Поэтому подписывайтесь на наш канал и смотрите все самое интересное о жизни, отдыхе и бизнесе в Тунции. А на сегодня я с вами прощаюсь. Всем всего хорошего. Пока-пока.